На сегодня в Алматы порядка 105 тысяч жителей в 23 микрорайонах не обеспечены водоснабжением и канализацией. Наши две улицы не обеспечены системой водоотведения. С августа 2019 года по 11 микрорайонам ведутся работы по строительству сетей для обеспечения 55 400 жителей питьевой водой. Приняты оперативные меры по переводу земель селе Алатауского национального парка на баланс города Алматы для строительства трех водозаборных сооружений и станций водоподготовки Аксай, Каргалы и Ерменсай. Это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением жителей Наурызбайского и Бостандыкского районов. Из этих водозаборов будут запитаны сети в микрорайонах с охватом порядка 84 тысяч жителей. Проект по водозабору Каргалы разработан и готов к реализации. Строительство начнется в текущем году.